Святой, спасибо за то, что выводишь нас на новый уровень бесстрашия. Ты ведешь нас в глубину Твоей абсолютной, совершенной любви. Спасибо за ту свободу, о которой мы даже боялись мечтать. Ты погружаешь, Ты крестишь нас в это откровение того, кем Ты являешься в каждом из нас. В каждом из нас. Спасибо за могущество того, кто Ты есть. За могущество Твоего откровения, растекающегося по нашим разумам, по нашим мышцам, по нашим венам. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за глубины, которые Ты приглашаешь каждого из нас. И спасибо за возможность оставаться и погружаться в этот уровень Твоей славы. Могущественный, возлюбленный, славный, великий. Ты достоин всего, что у нас есть. Мы все целиком и полностью принадлежим Тебе. Хай, босс. Глубин, вершин, ты выше всех вершин.
ты выше всех вершин. Yeah.
потоки, чтобы вся земля наполнилась ведением Его. Пусть текут эти реки неба, пусть текут потоки жизни. Пусть совершается это призвание, Иисус. Ты призвал нас менять историю земли. Ты призвал нас преобразовывать земли. Пусть текут реки жизни. Пусть текут эти потоки славы. Пусть текут эти потоки славы во все трещинки, на все иссохшие земли. Пусть откроются реки в пустыне и в степях. Пусть текут потоки жизни. Пусть потекут потоки жизни. Пусть потекут потоки жизни. Иисус, Царь царей. Иисус, Царь царей. Пусть текут потоки жизни. На всякое место, где смерть царствовала, пусть текут потоки жизни. Пусть текут потоки жизни. Иисус. Тебе о теле Христовом, Господь. Мы молимся Тебе о нас. Мы просим, Боже, чтобы Ты дал нам побыть.
богатство своей славы. Каждому из нас крепко быть утвержденными Духом Твоим Святым во внутреннем человеке. Укрепляй каждое сердце крепко, крепко, крепко. Укрепляй каждое сердце, чтобы мы были укорененные и утвержденные в Твоей любви. Утверждай нас еще больше, укореняй нас еще больше в Своей любви. И чтобы мы могли постигнуть вместе, вместе со всеми святыми, вместе со всем телом Христа, Господь, чтобы мы могли постигнуть, что есть широта, что есть долгота, что есть глубина и что есть Твоя высота. Веди нас больше, что есть широта, что есть долгота, что есть глубина и что есть высота, что есть широта, что есть долгота, что есть глубина и что есть высота. Мы хотим познавать вместе со всеми святыми, и мы сейчас открываемся, Господь, для взаимодействия тела Христова на этой земле. У Тебя одна невеста. У Тебя одна невеста. И мы сейчас открываем двери нашей общины для всех даров тела Христова проявленных, которые есть, были и есть на этот момент на земле. Мы берем все наследие, мы открываемся до этого взаимодействия, того, что было, того, что есть сейчас по всей земле, того, чем у нас мало, может быть, еще нет. Мы берем дары исцеления, мы берем дары чудотворения, мы берем дары пророчеств, мы берем дары хождения на небо, мы берем дары гостеприимства, мы берем всякую даятельность, мы берем апостольство, мы берем пасторство, мы берем дар пророка, мы берем дар евангелиста, мы берем, и мы открываемся для этого взаимодействия. Мы молимся Тебе, дай нам познать вместе со всеми святыми, так как говорит Твое Слово, по богатству славы Своей, дай нам познать вместе со всеми святыми. Веди нас в Свою широту, веди нас в Свою глубину, веди нас на Свои высоты, веди нас в Свои долины, веди Бог. То, что на сегодня уже проявлено в теле Христовом, мы хотим познавать, мы соединяемся в этом. Мы хотим познавать. Мы хотим познавать вместе со всеми Твоими святыми, что есть широта, что есть глубина и что есть долгота Твоя, Господь, чтобы понять превосходящее понимание любовь Христову, чтобы понять превосходящее понимание любовь Христову, чтобы нам исполниться всею полнотою Божией. Об этом говорит Твое Слово. И мы хотим исполниться всею полнотою Божией. И мы принимаем сегодня, открываемся для всей полноты Божией. Через познание призвавшего нас славою и благостью мы открываемся. Мы открываемся для полноты познания, мы открываемся. Мы хотим познать вместе со всеми святыми. Нет. Пусть происходит этот духовный обмен. Пусть происходит этот взаимообмен. Мы говорим, что нам нужно, и мы хотим больше, больше, больше. Мы хотим познавать вместе. Мы хотим познавать вместе со всем телом Христа. Мы хотим познавать вместе. Мы хотим быть исполнены всей полнотой Божией. Мы хотим максимально явить Твою славу, пропустить ее через себя и явить на эту землю, чтобы она изменилась. Потому что, Иисус, когда люди встречались с Тобой, они не уходили неизмененными. И сегодня во мне живет тот же Иисус, который ходил по земле. И Он был помазан Духом Святым. Иисус Христос из Назарета. Как Бог помазал Иисуса Христа из Назарета. И Он ходил по земле, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. А мы Твои сегодня, Христос. Пусть распространяется небо, пусть растекается слава, слава познания Бога.
прошу Тебя, пусть народы преклонят колени пред Тобой. Мы просим за тех, кто не знает Тебя, кто не знает Тебя, но они Твои. Они не знают Тебя, но они Твои. Мы просим Тебя за народы, мы просим Тебя за народы, которые Ты положил в наши сердца. За те народы, которые в наших сердцах. Это Твои народы, Отец. Мы просим Тебя, пусть они преклонят колени пред Тобой, пред Твоей любовью, пред Твоей милостью. Мы просим Тебя за эти народы. Мы просим Тебя за народы. Да преклонят колени. Мы говорим вам, преклоните колени перед Царем всех царей, перед Царем любви, перед Царем любви, перед Царем любви, перед Царем любви. Перед Царем царей, перед Царем царей, перед Иисусом, перед Царем любви, преклони сердце, он любит тебя, он любит тебя, он любит твое сердце, народ, народ, он любит твое сердце, он любит твое сердце. Сердце. Мы благословляем все континенты, мы благословляем все народы, Отец, которые мы знаем, которые есть в наших сердцах, и которые еще мы не знаем, что Ты вложишь в наши сердца эти народы. Мы благословляем, Отец, мы благословляем, Отец, эти народы в наших сердцах, которые Ты вложил. Мы говорим жизнь вам. Мы говорим жизнь вам, мы говорим жизнь с избытком, жизнь с избытком. Встаньте, поднимитесь, встаньте, поднимитесь, встаньте, поднимитесь, поднимитесь. Мы говорим вам, вставай, вставай, мы говорим, вставай. Что они твои, мы говорим, вставай, вставай, ты создан Богом, ты Божий сын и дочь, ты Божий сын и дочь, вставай, 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 возлюбленная, вставай, вставай. Отец, Отец, я прошу Тебя за это поколение, этого времени, за эту невесту, которая живет сейчас, которая живет сейчас. Я прошу Тебя за эту невесту, которая живет сейчас. Поднимайся, 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 поднимайся страстью, страстью, поднимайся страстью к Богу. Поднимайся, иди по земле. Любовью, страстной любовью, огненной любовью, страстной любовью, огненной любовью. Иди, иди, иди по земле. Иди по земле, иди по земле, иди по земле. Забирай, 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 забирай.
жизни Бога вечного, Бога вечного, Бога вечного, Бога вечного, Бога вечного. Не бойся, он говорит, не бойся, он говорит, не бойся, у меня ключи от ада и смерти, у меня ключи от ада и смерти, Иисус, Иисус.
Это ты, Иисус, 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 вечный, вечный, от вечности, вечность, от вечности, вечность, от вечности, вечность, Иисус, 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 страстная любовь, страстная любовь, страстная любовь. Иисус, это ты, 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 мы смотрим в глаза твои. Иисус, это ты, Иисус, это ты, Иисус, это ты, мы смотрим в глаза твои, Иисус. Мы слышим голос твой, мы слышим голос твой, Иисус, мы слышим голос твой. Вы спасены, вы спасены, это
детьми, она пойдет за детьми. Невеста бесстрашная, невеста бесстрашная, она пойдет за детьми, она идет за детьми, она идет, она идет, она идет, она идет за детьми. Отдай, это мое, это мои дети, это мои дети, это мои дети, это мои дети. Отдай. Бесстрашная невеста, бесстрашная невеста идет за детьми по этой земле, по этой земле. Бесстрашная невеста идет, бесстрашная невеста идет, бесстрашная невеста идет по земле за детьми. Это мои дети. Словом своего свидетельства и не возлюбили души своей даже до смерти. Бог, возьми наши уста. Чтобы наши уста на всяком месте свидетельствовали Твою жизнь и свидетельствовали Твое царство. Они победили кровью Агнца и словом своего свидетельства. Пусть наши уста будут свидетелями жизни, свидетелями Царства Божьего, свидетелями неба. Мы закрываем свои уста для свидетельства врага. Мы отказываемся свидетельствовать о делах врага. Мы отказываемся свидетельствовать о зле. Открываем свои уста для свидетельства неба.
бетоны и бросаем их в мусорную корзину. Мы снимаем эти лычки, погоны и просто бросаем их в мусорную корзину и переходим в какой-то новый уровень. И я стала спрашивать у Святого Духа, что это за погоны, что это значит, что это за новый уровень. И знаете, есть такое понимание, что это то, что мы заслуживали, то, что мы делали. И нам казалось, что это и есть проявление нашей любви к Нему, проявление Его любви к нам, когда Он дает нам какое-то задание. И Он сейчас просто снимает, сейчас Он дает это осознание, это откровение того, что пора снять эти погоны. И знаете, невеста Христа, она не наемница. Бог не нанял невесту. Он ее избрал, Он ее возлюбил. Невеста, она его возлюбленная. А вот эта вот любовь, как ярость, это знаете, когда ты за своих готов, ну, просто глотку другому разорвать. Вот почему невеста, она яростная. Не потому, что она наемница и она зарабатывает что-то, а потому что она любима женихом, она избрана им. Просто хочется пророчески помолиться и сказать, что Папа, сегодня мы стоим перед Тобой, и мы снимаем свои погоны, мы снимаем лычки, мы снимаем всю эту натруженность, все то осознание из рабского мышления, что мы заслуживали что-то перед Тобой, мы входили в Твое Царство через эти звездочки, через эти погоны. На самом деле наша идентификация заключается в том, что мы Твоя невеста, мы возлюбленная Твоя невеста, Ты возлюбил нас, Ты избрал нас, мы не наемники, мы просто сейчас снимаем с себя эти лычки и погоны, мы переходим в новый уровень взаимоотношений с Тобой, черпать из Твоего сердца, брать из Твоего сердца, из Твоего источника и быть этой невестой, этой яростной невестой, яростной по любви Твоей. Яростной по любви Твоей, быть ревностными, как Ты, быть ревностными для того, чтобы еще больше и больше людей они соприкасались с Твоей любовью, с Твоей милостью. Я просто прошу Тебя, чтобы это оно распространялось, как огонь, чтобы оно распространялось это в наших сердцах, чтобы оно распространялось это по всей земле, до края земли. Я прошу Тебя, Папа, я прошу Тебя об этом новом уровне, в которой Ты сейчас нас сводишь. Кто мы такая, что мы невеста, что мы возлюбленная, что нам больше не нужны эти лычки и погоны, больше не нужно ничего заслуживать, потому что мы не наемники, но мы Твоя возлюбленная невеста. Кого-то еще есть переживания какие-то о том, что ну вот во время, что происходило сейчас, можете выйти поделиться тоже. Это очень важно. Каждый голос, он важен. И по любви, из любви можете выйти и поделиться. Thank you.
сердце знает, что сердце знает, что сердце не согласится на что-то другое, на кого-то другого. Сердце знает. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой, что сердце знает истинную настоящую любовь, что сердце не соглашается и не согласится на подделку. Спасибо тебе, Дух Святой, что сердце знает, знает истинную любовь.
Ура.